Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Darksiders 3. Мы продолжаем. Ну что же, в предыдущих сериях нашей главной героине Воинство Небес выдали особое оружие, небесный ангельский кастратор, способный очеркрыжить брелки четырем целям одновременно. Спасение называется, вот. Так, нацелиться, удерживайте ЛТ, чтобы пометить цели, нажмите и отпустите РТ, чтобы бросить спасение. Так. Ё-моё. Ой. Ой, блин. Какое говно, а? Ну со стрелковым оружием это всегда тут беда была в этой игре. Так. Ой, блин. Ой. Давай, заряжайся. Так. И чё, всё что ли? Ну слушайте, такими темпами мы так долго будем добираться до грехов. Короче, все это херня полная. О, где мы вышли-то? Поэтому в задницу этот спаситель. У нас есть вещи посерьезнее. Тем более его бы не мешало бы прокачать. Блин, что так лагает все? Так. Ё-моё. Чё творится? Чё творится? Так, осколок адамантина уже радует. Блин, надо прокачиваться. Ой, надо прокачиваться. Так, стоять. А этот чё у нас там наверху делает? О! Есть добротный шанс. Более чем. Большое скопление лурчеров. Замечательно. Только сначала дайте-ка я сгоняю. У меня нет на тебя времени, демон. Чё? Да, да. Ты очень занятой всадник. Многих надо посетить, многие места надо угробить. Это точно. Однако, господи, не нашла ли ты в своих героических... Оказывается, диалог какой-то был, а я пропустил, ни хрена себе. Артефакт? Как он выглядит? О, это всего лишь побрякушка. Забава, созданная пташками. Такой крест с острыми концами. Ух ты. Возможно, я солгал. Это не побрякушка, но молю, жалься надо мной. Демону тоже нужно есть. Я нашла его. Он мой. Я дам тебе за него миллион душ. И нахрена не... Души твоя валюта. Острые предметы моя. Никакой сделки. Впрочем, ты еще можешь мне услужить. Ты случайно не видел ни живых ангелов и демонов? Ах, не жизнь, к сожалению, видел. Ой. Те, кто был бессмертен, заслуживают лучшего. Сейчас я не скучаю по пташкам, но... У тебя товар новый есть какой-нибудь? Или ты хочешь уже мой забрать? Тогда все. Узнаешь что-то? Дай мне знать. Неужели тебя ничто не тревожит? Разве ты не испытываешь сострадания к тем, что были великими, но теперь лишены силы? Что-то ты какой-то мутный. Они думали, управляли жизнью. Возможно, когда я выясню, зачем они пытались меня убить, то найду время для сочувствия. Как же она холодна, прямо опьяняюще для столь вспыльчивого демона. Вообще, о чем этот диал... Ну ладно, проехали, товар. Продать. Так, это продавать не надо. А вот осколки я продам. Давай, все продаем. Так, и давай-ка меня-ка знаешь куда.
Так, древо повешенного мы находимся, да? Меня, пожалуйста, к Ультейну. Вот сюда. Я хочу сделать небольшой апгрейд своих орудий. Я думаю, это лишним не будет. Можно еще, конечно же, скормить души и прокачаться. Почему бы и нет? Но я думаю, мне эти души еще могут пригодиться. Так. Ультейн. Ультейн! Пернитятор. Давай мне свой молот. Что тебе нужно, всадник? Собралась хорошенько их помучить, да? О! Так, оковы презрения. Давай-ка оковы презрения. Но теперь вот уж не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что выбрать, но что-то больно многовато все стоит. Так, прокачиваем спаситель. Я не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. Так, мне нужен еще один осколочек купить. И береги себя. Дайте-ка я еще один осколочек куплю у этого. Все-таки единственное орудие дальнего боя. Как-никак. Я, наверное, могу теперь фиолетовые эти штуки взрывать на стенах, да? Не спеши. Так. Как хочешь. Во. Прощаюсь. Хорошо, когда есть запас валюты. Это вот он за него хотел 1 000 000 душ? Что-то мне кажется, вот эта вот штука, которую мне дали... И судя по описаниям, она явно необычная. Она еще сыграет свою роль. Итак, коли вокруг посмотрим. Нее такой этот навел. Собралась хорошенько их туман. Получить, да? Он уж не думал, что это возможно. Это одно из лучших моих. Отлично. Любовь. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Давай посмотрим. Ой, как много. Тут ангельская тень 3 нужна. 2, 2. Ну чё, хаос, что ли, качнуть? Может быть, реально хаос? Да ладно, пока и так дела идут, я думаю, не будем особо пока это... Может быть, еще что-нибудь найдем? Ну, хаос, потому что, ну, это туфта полная. Это отнюдь не та форма хаоса войны и не форма жнеца смерти, определенно. Давай к древу повешенного. Так оптимистично. Ой. Атака ярости. Необходимо, чтобы была атака заполнена. Шкала заполнена до конца. Ага. Ясно. Мне бы что-нибудь бы такого бы покрепче в качестве дополнительного оружия. Что-нибудь такого, чтобы жахнуть так от души. И я чую вот этот вот мне... О! Пернатый! Ух ты! Так. О, хорошо! Отлично! О. Так. Вот это я понимаю! Бей! Блин, я... Ай! Ладно. Хорошо. Ух ты. Пей. Вовремя я вылокал. А то бы еще чуть-чуть и могли бы сдохнуть. Ай. Ну ладно, и так пойдет. Вот эти вот штуки я, наверное, сейчас могу взорвать. Ох ты! Заряжаемся. Запуск. Вот это я понимаю. Ну, это, конечно, не пистолеты, но... О! Улучшение обскура. Чё? Так. Так, избегайте окошка неуязвимости.
Чего? Какой? Избегайте окошка неуязвимости. Какое окошко неуязвимости? Это, конечно, что-то звучит более-менее интересно, но я не пойму, что за неуязвимость. Окошко... Избегайте окошко неуязвимости, бляха-муха! Ну кто додумался так написать? Ну ядрить твою медь, а? Ой-ой-ой! Черт! Блин, он это... Он сварился. Прям как это... В Mortal Kombat там это... Была... Локация. Чтоб вас... Так тебе. Эх! Вау! Блин! Слушайте, они знаете на кого похожи? Они похожи на войну. Такого, знаете ли, покоцанного. А, возможно, это его, кстати, проекции. Вообще, конечно, ситуация получается очень классная. На самом-то деле, я как будто сражаюсь с врагами, отдаленно напоминающих братьев главной героини. Ё-моё. Так. Господи, какое говно, а? Караул. Спасите. Это просто кошмар, а не оружие. Им чисто вон только эти, я не знаю. Стены, дома взрывать. Да что закончится? Серия, что ли? О, давай опять с петухом разбираться. Вот ты, ёптать! Гоните! Так. Хорош летать! Так. Отлично. Меня сейчас только ярость спасла. Как бы это ни звучало. Так, ну... Да... Отлично. Вот это что за тема? А может быть... Куда... Ну куда ты, а? А, то есть я из-за... Блин, ну понятно, оказывается и так можно. Без прицеливания. Ну это я не знаю, это... Для мазохистов, наверное, такой режим. Опа! Пошла жара. Ой, блин, а. Ой, блин! Вообще охренеть! Ой, кошмар, а да что ж такое? Что ж за издевательство? Какая нахер? А интересно, если я в форме хаоса туда свалюсь, я тоже сварю, как бы это... Переварюсь. В этом озере. Чудесного зеленого сока. Ай. Короче, стрелял какой-то вообще нафиг. Просто вообще нафиг ее. Она нахрен не сдалась здесь. Так, а там вон мои кошельки летают. Давай. Так. Опа-на. Но это только вот если вот в таком режиме. Стрелять. И убивать, тогда да. Но это с захватом и... Здорово, это снова я. Блин, она ведь еще зараза не выпрыгивает из этой жижи, когда в нее попадает. Она как-то, я не знаю, глубокой там. Капец, это Байкал какой-то. Кошмар. Давай, бей. О. По жопе тебя огнем. Ух ты.
Блин, а всегда бы так. Так. Залп. Отлично. Ну чё? Так, раз мой кошелек. Где второй? А, нет, я все собрал. Господи, слава богу, хотя бы один. Ну а что мне с вами делать, а? Придурки! Твою мать, а! Горите в адском пламени! Твою мать! Господи! Так, один сдох. Да как же вы много-то здоровья-то с меня? Ой-ой-ой-ой-ой! Больно до хрена вы это... урона наносите. Слишком много. Ой, кошмар. И чё, и куда теперь? Чё-то мне кажется, ли там что-то светится? Или это голова? Ха, нет, ну голова-то понятно. Проблески отражений. Ладно. Ой, чё ищем, хер пойми. Так, зарядить. А, вот. Мы теперь можем паутинку поджигать прямо на расстоянии. И молнии метать на расстоянии. Так, я тут не буду рисковать. А то сейчас еще не ровен час это, приземлимся. Блин, ну как вовремя прогрузка-то гребаная, а? Так. Ну-ка. А что будет, если я так заряжусь? А, ни хрена. Чё там? Чё-то там было. Так, давайте-ка глянем, что у нас тут. Блин, там на мосту стоят, ни хрена себе. Это мы туда попадем? Ёлки-палки. Во дела-то. Так, там мы были. Так. Ну давай. Полетела, родимая. О. Блин, мой перебивает. Ёлки-палки. Хоть что-то за меня в этой игре. Вот это самый стильный геймплей этого года. Феноменально. Просто стоишь и метаешь этот бумеранг. Ну. А если я от этого могу освободить? Блин, так он это... Ё-моё! Так ты живой! Твою ж медь, они живые! Это я что теперь всех весельников могу освободить? Ни хрена себе! Так я их столько встречал! Сейчас еще окажется, что те, кто валялись с этими... с разного рода вещичками... которые я подбирал там в шахтах, да, их, наверное, тоже можно будет разбудить целебным пенделем. Блин, вот это да. Черт, как мне туда попасть-то? Блин, там, смотри, там веселуха где-то. А я не... О! Опа! Зараза! Тфу на тебя, скотина! Так. Вот этот геймплей мне нравится.
Вот это я понимаю. Так, мне бы как-нибудь это... Маленький исцеляющий осколок. Мне бы как-нибудь туда бы попасть. Ой! Ух ты! Так, блин. Гоните! Давай, пей! Так. Во! А он опять этим машет! Пей! Дура! Слушайте, да это какой-то, я не знаю, прям... Мини-босс! О! Ах, надо два раза уворачиваться. Контратака еще сразу не пойдет. Ну ты, однако, есть прямо это... Силен, силен. Ничего не скажешь. Че там? Ай, вы, мухи. Так. Во. Ну, у меня теперь обалденное средство для битвы с мухами. Просто феноменальное. Блин, бумеранг метать. Я охренею. Надо же додуматься. Да. Тут вот секретная локация, стопудов. Там сейчас мы что-нибудь найдем. О, так тут этот нормально. Так. Давай ты. Эй! Ну, что-то выпало. Ой, придется с вами. Гребаный вертолет! О! Появился! И чё мне с вами тут делать-то? Ни жуков, ничего, ни хрена! А там этот внизу. И как мне туда к нему попасть? Да так, чтобы безопасно. А, стойте, я ж, по-моему, здесь был. А, так вот... Дорога-то. Ё-моё. Так, ладно. Я понял. Я все понял. Надо активировать, короче, Вульгрима. Заодно продадим ему всякую эту... Лабудо. А если сдохнем, то хотя бы не это. Так. Товар показывай. О, осколочки. Показалось растяжки. А нет. Опа-на! Ну вот и все. Здесь я пройти не смогу. Тут нужен какой-то более... тонкий подход. Ё-моё, куда это меня? Ой. Чё там грузится? Апокалипсис? Ой, я потух аж. Ёшкин кот. Где это я? Ё-моё. Скопление лурчеров. Водный мир прямо. Как всплыть-то? Здрасте, ребят. Они что, моются, что ли? Ой, блин, а. А я, походу, вообще охерительно, да, прям поступил? По чести, хотя честь нет, это не про нашу героиню. Армия поднята, как и сами 900 неисчислимо. Расторов не грешит. Ну ладно. Ух ты!
Ой-ой! Бей! Ну, зараза! Бей! Зараза, а! Какие вы... Колдун! Призывает! Надо колдуна грохнуть! Да с... Ох, ты ё-моё! А я только нажал принять целебную эту херню и... Грёбаный взрыв какой-то, отскок, а и всё меня перебило. И главное, какой-то этот хмырь умудрился меня завалить. Ой. Зашибись, проходняк, нашу смерть... Ой, господи, смерть. Ярость, все, кому не лень, шпыняют. А строит из себя, я не знаю, прямо. О, загрузка в эту честь. Торжественная. Давай сюда. Надо разобраться с этими ребятами. Так. Блин, там что-то было, что ли? Что-то было, но уже не важно. Короче, вот с этим муделем надо сразу разобраться. Вау! Хорош! Так. А где зазывала местный? Блин, что-то я так жестко со своим кошельком. А, ну ладно. Так. Что у нас тут? Среднее скопление лурчеров. Здорово! Тут я хрена с два пройду. Туда, понятное дело, мне не попасть. Здесь тоже тупики гребаные. Куда ни сунься, везде полная жопа. Вау! О, а ты кто? Ты где? Блин, это босс, что ли? Давай, жги! Жги! Так тебе! Есть! Ни хрена себе, это кто был такой? Мать его, вылез какой-то этот прямо. И я сразу понял, что мне надо прокачиваться еще. А то он что-то какой-то прямо, это, крепкий попался, засранец. Че, рычаг? Открывай. Ложечки. Сейчас, короче, это... Надо накормить его. Бляха ты, муха. А вот как это сделать? Непонятно. Господи, тут столько этих ответвлений в этих локациях. Куда ни пойди, везде это. Я уже начинаю это думать, что, может быть, стоило все-таки идти по заданию, но... Сколько до этого было случаев? Ё-моё. Так, погодите, давайте-ка мы разберемся все-таки, куда у нас ведет этот. Ой. А это куда? Ух ты ж грёбаный ты нахер! Хренов тентакль! Мать твою, сракин обоссанный, ты чего натворил, а? Что это за новый кошмар? О, ну хер его знает. Блядина, блядь. Сарказм? Госпожа. Сарказм. Блин. Мать вашу. Ой, блин. Чё-то мне кажется, я сейчас вообще куда-то не туда как будто иду. Вообще не туда. Ладно, атака со спины тоже атака.
какой демон? Я, кажется, понял, куда та вела тема. За человеком, скорее всего. Они же как раз прячутся в этих шахтах. Ну давайте, короче, мы смотаемся вот сюда. А после пройдем в дверцу, которая там у нас есть, и посмотрим, куда это все приведет. Демон! О! Взлетаем! Ох ты, хорошо как. Что-то я, по-моему, не с той стороны появился. Я теперь вообще не понимаю, где я появился-то! Ёхарный бабай, куда я попал? Чёрт возьми! Во! Большое скопление лурчеров. Так, малыш, ну-ка давай-ка сюда-ка, погнали. Ага, у него сюда нету доступа. Забавно. Очень забавно. Хочу пролететь там тогда. Блин, ну передвигайся ты как-нибудь быстрее. Вот коня нету, и все, и приехали. Хотя она, по-моему, в отличие от предыдущих героев, умеет, как бы это глупо ни звучало, бегать. Ускоряться. Опа-на. Что у нас тут? Обломок адамантина. Ну, вещь нужная. Скрывать не стану. Вещь еще как нужная. Вот сюда вот. Что у нас тут? Здорово. Ох! Ё-моё! Да вы чё, сдурели что ли? Ё-моё, я того, что сзади, вообще не ожидал. Он просто под раздачу случайно попал. Но попал. Эх. Ох ты, куда мы попали, ё. Ёхарный бабай. Ёшкин, где я это? Это вы мне предлагаете жучка протащить через все вот это вот? Вы издеваетесь? Мне кажется, я сюда вообще зря полез, по той простой причине, что у меня нету соответствующих навыков. Вот с этой фиолетовой херней нужно определенно какой-то навык иметь. Я ничего с ней не могу сделать. Так. Ну что, сюда погнали. Давай, плыв. Вот она плавает быстрее, чем бегает. Это вообще как так? Вот как так? Ярость. Ёлки-палки. Ты на какой тяге там ускоряешься? Ой, да только не... О! Так! Ну, дамы и господа, делайте ваши ставки. Ставок больше нет. Блин. Что это было? Так. Но. Ух ты! Вот это атака была. Ух ты, ничего. Ну чем ты там машешь таким, а? Да не говори, согласен. Вообще. Кошмар просто.
лютый. Все. Куда вот теперь мне? Сюда как-то попасть? А как я это сделаю? Но эта пердильная тяга здесь не вывезет вот эту вот тему. Мне, чтобы попасть, мне надо вот до того добраться. А как мне добраться? А добраться мне надо как-то с другой стороны. А что если... Зараза. Ой, охранный бабай. Блин, ну ёлки-палки, ну это же был единственный шанс. Сейчас вот радар работает вообще мне не на раку. То есть я, видимо, правильно шел, получается, да, чтобы добраться до этого. А видите, когда все получилось. Ни хрена себе. Вот и что мне теперь делать? Кстати, есть шанс. Может быть, даже и не придется. Может быть, даже и не придется ничего такого сверхъестественного делать. Мне просто надо разбежаться. Ну-ка. Говно план. Сдается мне, мне все-таки придется как-то пробираться через вон те вот препятствия при помощи этого чертового жучка и так далее. Жучок! За мной! Так. Так. Мне, чтобы попасть, мне надо его куда-то туда запиндюрить. Ё-моё, ты живой? Ну-ка. Грёбаный ты! Ах ты! Так. Ну, я могу хотя бы так. Опа-на. Айда. Отлично. Блин. Вот это задание попёрли, а. Жука гоняем. Туда-сюда, туда-сюда. Ёшкин кот. Пошла жара, называется. Ну, перепрыгивай ты, дура. Так. Погнали! Его бы самому бы не кокнуть бы раньше времени. Самое главное правильное... Жук, погоди. Давай, бей этого! Жук! О! Отлично, ё-моё, гоняем жука. Ой, господи. А мне ведь надо не туда. Мне надо в эту вот ледяную херню. А, кстати, 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 кстати. У меня есть одна охренительная идея. Твою мать. Хватай. Ай. Пошла жара. Жук. Мать твою, жук, ну ты куда? Грёбаный жук, а! О-о-о.
черт, опять его, что ли, сюда? Да вы издеваетесь. Это вообще, это просто феноменальнейшее задание. Гоняем жука. Во. Полетел. Айда. Погнали. И раз. Блин. Катапультировался, черт, а. Черт, а как ж мне тебя тогда... А может быть, мне надо его прямо отсюда? А я сейчас так попробую. Что если получится? Жук. Так, ну... Первый жук комом, как говорится. Ну ладно. Твою ж медь, а? Ты будешь, ё-моё, залетать нормально, ты в конце-то концов! Давай! Разгон! Разгон! Дура! Лети! Муха, я его сюда не смогу заставить, только если мы не пролетим. А чтобы пролететь, не надо с ним через пещеру пройти тогда. И взлететь на реактивной тяге. Вот они поперли головоломочки-то. Дарксайдерские. Эй! Несчастье. Погнали в пещеру, вместе поползем. Если мы здесь не пройдем, то полная жопа. Жопа. Так. У меня возникает вопрос, что делать дальше? Если только не попробовать его. Блин, этот дурак головой стукнулся. Господи, а? Вот это попадос, а? Ну как так? Ну ёхараный бабай. Грёбаные головоломки, а? Может быть, тут есть какая-нибудь висюлька, которая позволит что-то взорвать, я не знаю, активировать? Ведь он неспроста же здесь так появляется. Мне кажется, тут есть что-то еще. Что-то, что я упустил из виду. Что-то, что позволит... как-то задействовать этого жука. О, ну лурчеры мне тут не помогут. Вот еще там проход. Ломает все лишнее. Бутафорию. О. Так. Артефакт демонов, ну... Хоть какая-то радость. И все равно... Мой вопрос не поменялся. Что делать-то? Он лететь, жук, со мной категорически отказывается. Ну, засранец, потому что. А он по стенам могёт лазить? Стойте. У нас же ведь и тут еще что-то было фиолетовое. Ёб твою мать. Вот же. Тут как это сломать-то? Ну вот так и ломается, ёлки-палки. Я не туда этого жука кидаю. Но план был хорош. План был просто изумителен. Эй, ты где? Ну-ка быстро явился сюда. А, вот ты.
Ой, господи. Кошмар! Так, у нас вот тут вот есть вариант. Нет, вот это мне не взорвать. Так. Во! И куда это? Блин, что, дополнительная локация, что ли? Серьезно? Так это еще и засада гребаная! Гребаная засада! Ой! Во! Отлично! Так, вот этих вот надо освободить. Ты как? Блин, а он, по-моему, уже не боец был. Блин, они с одного удара вообще валятся. Ёлки-палки. Страхи-то какие. Ну чё мне тогда теперь делать? Взрывать вон то? Смысл этой локации? А смысла я что-то не вижу. Ну попробуем ту шишку взорвать. Глядишь, получится. Еще одного жука на убой. Эй, ты где там? Во, ходит, скучает. Ай да, сюда. Так, и пока он жрет, надо... Во. Блин, так это... Это говно одно. Куда ни сунься, повсюду одно говно. Вот что делать-то? В этой игре все чаще и чаще начинаешь задавать этот вопрос. Только что-то эпичное появилось. А на тебе это самое. А ну-ка. Во, ни хрена себе куда. Помогу. Спасу. Ой, бляха-муха, осколок адамантина. Я, наверное, этих осколков собрал, уже не знаю. Можно еще одно улучшение у ультена делать. Должно быть что-то тут еще. Может быть, еще здесь есть жуки. Во, ну тут вот я бы его 100 пудов не пронес. Ну, если только перекидывать, но это, блин... Вот мне надо его как-то здесь высрать. Жука этого. А тут хрена с два это нормально сделаешь. Во. Ух ты, ёптать. Ларчик так просто открывался. Блин, ты там живой? Я, по-моему, вот так пульнул, что ему это. Черт, и как мне назад-то? Ай, меткость просто богоподобного уровня! Да зараза ты летит, а! Во! Жрать подано! Да как так-то, ёб твою мать! А да что же это такое?
Какие-то жуки, я не знаю. Блин, с разбросом летают, как из дробовика. Особо не прицелишься. Вот так, ёптать. Дайте-ка я на всякий случай еще этого жука одного оставлю, пусть он ест. У меня такое подозрение, что когда я второй раз открою, мне он понадобится здесь, сытенький, чтобы я смог этот взорвать. Мать. Жри, скотина! Жрите, сука! Куда это я опять попал? Ё-моё, куда это? Ой, ты здесь. Так. Отлично. Что это мне дало? Ага, понял. Ни хрена. Это просто замечательно. Короче, мне надо как-то отсюда выбраться. Так, тот у нас жрет. Хорошо. Во! Блин, так мне даже далеко и бежать-то и не надо. Все проще. Так, вот сейчас вообще опасный момент. Во, получилось. Ёб твою медь, а. Ни хрена себе, даже музыка одобрила. А? Не понял. Хера ты. Как мне его сюда затолкать? Ёб твою мать, а! Не идет! Ни хренашечки. Во, зато этого могу. Пошел вон. Господи, разобрался, да? Я хренею. Привет. Культейну. Пожалуйста, не спеши. Ахтунг. Во дела-то, а? Вообще, обалдеть, классная игра, просто, блин. Ой, я скорее. Так. Да ладно, что там еще? Рожу Ультейна прогружали. Дай-ка прокачаю эту косу. Чем мой молот может собралась хорошенько их помучить, да? Ой, кошмар! Любопытно. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Любопытно. Удачи, ярость. Я говно всякое понасобирал, оказывается. Фу, не могу. Ладно, друзья, давайте-ка закончим тут. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие интересные прохождения снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения. Пока-пока.